Пьют. Всем привет, друзья, с вами Руслан. Сегодня подвернулся случай разблокировать данный аппарат. Это у нас Irbis, моделька у нас вот такая, но это не важно. Это у нас планшет на Windows 10. Стоит у нас пароль. Учетная запись, введен пароль. Пароль, естественно, не помнят, забыли. Все проверено, хозяин устройства принес данный аппарат и просто сам забыл пароль. Давайте сбросим пароль. Делается очень легко. На Windows 10 можно очень просто сбросить. Нажимаем специальные возможности, заходим в экранную клавиатуру. Это все вот на экране пароля. Нажимаем Shift, держим Shift, нажимаем выключение и перезагрузка. К сожалению, данный метод удаляет все файлы, но другого варианта нету. Извиняюсь за ракурс, нагрузка на работе и подвернулась сейчас прям. Заходим в поиск устранения неисправностей. Вернуть компьютеру исходное состояние с удалением всех файлов. Сейчас пойдет перезагрузка. Желательно подключить зарядное устройство. Подкинул за кадром зарядку, вот у нас перезапустился планшет, и здесь мы можем либо загрузить с облака резервную копию Windows, либо переустановить винду полностью. Нам, конечно же, надо снести ее полностью, потому что с облака можем подгрузить также учетную запись. Нам этого не надо. Сейчас планшет у нас опять пойдет в перезагрузку и начнет переустанавливать Windows. Вот и все. Несмотря на то, что в планшете установлен по сути SSD-диск на 64 гигабайта, данный процесс занял около часа, пока он все удалил, потом он все установил заново, поэтому так долго. Далее настраиваем устройство как новое и пользуемся. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч, пока-пока.